Друзья мои, всем привет! С вами Андрей, компания Пати365, и в сегодняшнем видео мы поговорим о такой популярной в прокате вещи, как пюпитр. Пюпитр, что это такое? Довольно часто можно услышать это слово, но обычный пользователь, обычный человек не знает, что это такое, и часто задает вопросы, а что такое пюпитр? Пюпитр по-простому это мобильный столик своеобразный такой вот для диджеев, для музыкантов, который удобно установить на сцену и поставить на него что-нибудь не очень тяжелое, такое как, например, ноутбук, или положить планшет, если выступает эстрадный исполнитель на сцене. Пюпитр у нас в данном случае выполнен в жестком варианте. Также бывает пюпитр у нас нотный, который раскладывается веером, на него кладется ноты, и чаще всего используется он скрипачами и некоторыми другими музыкантами. Данный пюпитр у нас состоит из двух частей. Это жесткая площадка и стойка. Стойка у нас регулируется по высоте, вверх-вниз. В принципе, подойдет для человека любого роста. Также наклоняется у нас по горизонтали и раскладывается внизу по принципу обычной стойки треноги, которую мы рассматривали в предыдущем видео. Сейчас мы закрепим данную площадку наверху и посмотрим, как она у нас работает. Раз, два. Вот, в принципе, и все. То есть ничего сложного абсолютно. Вы можете сами, приехав на любой площадке, за одну минуту поставить такой вот столик. Как вы видите, я его зафиксировал. Он никуда не девается. То есть все можно сюда поставить, какой-либо прибор, компьютер, ноутбук, планшет и пользоваться им. Но хочу вам заметить следующее, что данный пюпитр для диджея подойдет, если диджей использует какую-то мелкую технику, будь то ноутбук или небольшой контроллер. Если же он играет на CD-проигрывателях, либо же на виниловых проигрывателях, то ему необходим обязательно диджейский стол, более устойчивый, о котором вы можете посмотреть в следующем видео. Вот. Также хочу заметить, что если вы зададите мне вопрос, я обязательно на него отвечу. Все, друзья мои, мы уделили этому пюпитру и так много внимания. Друг, ты этого заслужил, бессмертный трудяга. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. С вами был Андрей, компания Пати365. Увидимся.